Любое промедление белых будет стоить им очень дорого. Конечно, можно робко защитить коня ходом А3, но тогда черные фигуры активизируются, и их инициатива набирает обороты. Поэтому нужно действовать без промедлений. Ход белых. Поставьте видео на паузу и напишите ваш ответ. А ответ – это ход ферзь Е7 шах. На самом деле это форсированный мат. Если берет король, то конь выходит в игру с ферзя у фланга. И теперь конь выходит в игру с королевского фланга. Это мат. Если берет ладья, то происходит все то же самое. Только сначала выходит конь на F6 и матует конь на C6. Красота?